Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды. Ну что, будем сегодня пытаться... Блин, опять меня скинули, ну что ты будешь делать? В общем, пытаться дойти до Лиги Мастеров. Две звезды. Да, сегодня пока две звезды. В лучшем случае, если мы с тобой вообще это все получим, дело. Так, 54 уровень, но я думаю, что вот так сделаем пока. Будем брать 70-ников для 54 уровня. Противников, я думаю, этого будет достаточно. Но не на 100%, я в этом уверен. Так, давай, Шархан. Массовую. Блин, сейчас Сплинтер, да? Нет, Сплинтер ничего не сделал. А значит, у Сплинтера еще не вкачано. Нет, вкачано. А почему тогда он в тот раз не звезданул по мне? Да иди ты в пень. Начал своим посохом размахивать. Кучерявый черепашкин. Так, это нам нужно в Лигу Сёгунов 3 звезды вначале вернуться. А уже после... А уже после что? А уже после такой до Лиги Мастеров. И то не уверен я, что мы доберемся. Хотелось бы, конечно. Очень сильно хотелось бы. Так, ну что, Ванька сейчас, наверное, с базуки-то сразу всех наповал или как? Ванюш, ты как там? Способен? Нет. Он, ребят, не... Да что ты будешь делать? Он сотого уровня, блин. И не смог положить их на лопатки. Так что вот такие вот, ребят, проблемы. Постоянно. О чем я вам всегда и говорю, и говорил, и буду говорить, что берите более проверенных, более таких значимых бойцов. И вы знаете прекрасно, что это за бойцы. А эти остальные все так, для разбавки, так скажем, идут. Донателло здесь тоже не супер топ. Единственное, что у него, да, есть наложение постепенного урона в виде огня. Но сам урон не особо сильный. Так, давай, наверное, сюда звезданем. И по Донателло. Можно сделать торнадо. Ну вот. Опять же, ребята, сейчас только за счет постепенного урона они упали все. Ну, 15-ю дашь? 16-ю дает. Ладно. Так, 16-21. Ну, Бакстер Стокман, понятно, что здесь, несмотря на то, что он довольно медленный, здесь он возьмет только за счет своего уровня. То, что у него сотка, инициатива, естественно, у него будет больше. А если бы на равных, нет. Ничего бы не вышло. Так, давай, Майки. Бамс. Так. Один выпендрежник все-таки остался. Те-то отдуплились от постепенного урона, а на этом не было, поэтому он пошел в атаку. Блин, нам чуть-чуть буквально не хватило. Совсем маленько. Так, ну, Макман, да, Макман тут со своим мусорным торнадо, конечно, сейчас, наверное, положит всех. Есть такой шанс, вероятность. Но это не 100%. Угу. Я же говорил, ребята. Просто, если я в ком-то не уверен, то я не уверен. Если я в ком-то уверен досконально, что вот он так сделает, То я уверен. Ребят, как я вчера намучился. Налокался холодного, прохладного пива. Вот. Это было где-то... Во сколько? Это было где-то у нас в часов 12, в час. А потом на улице начало жарить неимоверно. И я думал, что я сдохну дома. И я все подкрывал, все окна, все, что можно, блин, духотища. Я начал еще записывать видосы, но под свою хмельную голову у меня ничего не получилось, ребят. Такую чушь начал делать, там меня разносили. Но я в снэп играл, если честно, я играл в снэп.
Вот, ничего толком не получилось. Короче, все это не стал выкладывать даже. Кстати, нафига я вот что я взял себе в команду, ребят? Скажи вот мне на милость, это, что за команду я взял? Все это хана, ребят. Это надо было так тупануть-то против 60... Ой, блин, это же трэш, ребята. Я против 60-х взял... Да. Молодец. Вот это да. Это я тупанул, друзья мои. Это называется очень жестко тупанул. Я просто заболтался и этот. В общем, жаровня была такая. Ну, я уже говорил, да, что просто снял. И где-то в часов 5 меня начало рубить. Лежишь. Солнце жарит. Все мокрое. Весь текешь, блин. Просто это, ребята, это не описать. Такая фигня получилась. Ну все, меня тут разберут. Меня разберут, ребят, мне всю команду положат сейчас. Прикинь, тупануть так надо было. О-о-о! Вообще. Да. Вот, друзья мои, результат. Посмотри. Они всего лишь на пару уровней, на 4 уровня выше меня. Ты посмотри, как они колбасят. И когда я на 4 уровня выше их, что у нас получается? Да ни хрена не получается. Я вообще ничего не делаю. Короче. Да все, 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 все. Тут все, все. Нормально? Вот это вот называется, ребята, справедливо? Вот это вот сейчас было? Нет. Вообще была хрень полная. Поэтому пошли они в одно место, блин, я буду сейчас их разносить в щепки. Ну, 62 уровня были они, 57 были мои. Мне шанса не дали, ребят. Мне не дали шанса даже вообще. Одного наказал. Поэтому... Что вы там говорите? Вот, мне неинтересно смотреть, когда ты там не на равных играешь. Вот тебе, почти на равных. Ты видел, что получилось? Я ничего не смог сделать. Игра, у него бойцы не на пару уровней в данный момент были сильнее моих, а на пару десятков уровней. Вот так вот. Потому что вот так вот в игре здесь сделано. Уровень абсолютно не... несопоставим пропорциональности. То есть, если мои 62-го, и у него, например, будут 62-го, у него при его как бы 62-м левеле показатели будут 92-го уровня. Ну, скажем так, грубо говоря. Потому что он все равно будет умудряться наносить урон. Понимаешь? И причем урон довольно серьезный. А мы сейчас с ним бомбились, дрались, вот только что был поединок. Я им практически... Я промахиваюсь, я ничего не могу сделать. Вообще. Вот так вот. Один поединок. Ну ладно, хоть поединок сфейлили, я не спорю, ребят, но... Как бы он не особо значимый был. И не было там каких-то сильных моих бойцов выставлено. То есть такой... Проходимый, так скажем. Единственное, да, жалко, что мы с тобой... Не поднялись вообще ни на одну ступеньку в лиге. Конечно, это обидно. Это как бы затормаживает нас в какой-то мере. Но зато показательный пример был. А как только мы берем сотых уровней, все, у них сразу сопли потекли. Правильно, так и надо. И я вам, ребят, советую тоже брать самые топовые свои, своих бойцов. Именно ими играть. Нечего им тут давать какие-то прослабления. Просто нечего. Просто брать и бомбить, и все. Как говорится, не жалея их. Хотел вроде как думал, ну, лояльненько там, ага, лояльненько. Они это даже не оценят. Никто не оценит. Даже зритель это не оценит. Вот это да, вот это я понимаю. Пускай это тоже никто не оценит, зато я знаю, что я буду продвигаться спокойненько себе дальше.
Так, ну что? Попаду я сегодня в Лигу Мастеров-то? Но две звезды уже явно не попаду. Это уже очевидно. Но тут уже вопрос немножко в другом стоит. Так, так. Я, наверное, вот этого Рафаэля уберу. Так вот сделаем. У нас сегодня что? По-моему, пятница, да? Если я не ошибаюсь. Да, ребят, сегодня пятница, 7 число. Так что время еще у меня есть. Ворваться в топчик. Все у нас будет окей. Ну. Так, 18-я позиция. Давай мне уже 16-22. А, нет, 16-22. Окей. Так, я возьму здесь кожеголового. Раз, два, три. А у нас уже 70 уровней. Но опять же, ребята, у них 67-й, у меня 70-й. И все равно они будут сильнее меня. Все равно. Меня только здесь кожеголовый спасет. Потому что он 100-го уровня, поэтому он и спасает. Ну и Шреддер как на добивку, понятное дело. Погнали, погнали дальше. Сегодня вот, ребята, опять смотрю, вот сейчас 8 часов утра, 8:30. Я уже смотрю, небо чистейшее, не облачко. Я думаю, что сегодня будет жаровня, наверное, не меньше, чем вчера. Ну, как сказать жаровня? Я не знаю, ребят, как у вас там погода с температурой. У нас, когда что-то выше 20, да, там 25-26. Ну, если, например, для меня сравнивать, вот я на юге, когда отдыхаю, да, 26, вот там вот 35-38. Как у нас здесь 25-26. Ну, невозможно просто. И дело в том, что на юге жара сухая. То есть я, когда, например, загораю, я, ну, я сухой, у меня единственное, что вот испарина идет от тела, когда я загораю. Здесь же у нас, так как у нас много озер, рек, вот это все, знаешь, лес, тундра, блин. Влажность. Очень сильная влажность. Нехватка кислорода и очень сильная влажность. И вот ты начинаешь просто изнемогать. Это вот невыносимо. Открываешь все окна, ветерка нету. Ой, страшно. Страшно неприятно, ребят. Вот. Ну, у нас так всегда, у нас. И это еще я хочу заметить, что не полностью начала летать эта вся пакость, я имею в виду комары, мошка, вот это все. Как они только начнут в полном объеме летать, окна ты уже, ребят, не подкрываешь. Поверь мне. Нет, ты можешь открыть, конечно, на свой страх и риск, или если у тебя даже есть сетка, но дело в том, что когда ты заходишь с улицы домой, они просто-напросто с коридора летят. Они просто летят с коридора. Вот ты открыл, приоткрываешь дверь, и они летят. А потом просто твоя задница, ну это я так утрирую. Потом ты будешь всю ночь просто чесаться. Вставать с утра в волдырях, смотреть на потолок и видеть, как эти жирные кровавые ублюдки сидят там и лапки свои потирают. Ну, бесит. Бесит вот это вот. А в лес я вообще, ребят, молчу. Выходить там по грибы, по ягодке, там заморожки или еще что-нибудь. Это просто трэш. Они просто заедают, они съедают заживо. Ты просто идешь. Ну вот как мы обычно с батей раньше ходили, я еще помню, малой был. Ну как малой? Подросток, ну что. Идешь, просто идет батя, а я сзади него. У него спина просто вот так вот, просто руку, ну, например, ладошкой хлопнешь, у тебя рука просто проваливается. Вот рой, их просто рой сидит. У тебя рука туда проваливается. Просто отпечаток твоей ладони. Ну, там, миллион комаров прибиваешь, и в него отпечаток из этих комаров. Это же жесть. Может быть, конечно, чуть-чуть преувеличу, ребята. Но я вам хочу как бы донести то, что жара, комары, нехватка кислорода. А если ты еще из блунца, такое, знаешь, ядреное палево, так скажем. Не завидую ни себе, ни кому-нибудь еще. Так что, ребят, надо это... На юге же, вот средняя полоса, да. Средняя полоса меня вообще устраивает в плане, как бы, комфортно. И вот я себя чувствую комфортно в средней полосе. На юге
чувствую себя комфортно только тогда, когда нету офигенного солнцепека. Потому что где-то с 12 или там с 11 до 3-4 я просто не могу выйти на улицу. У меня, так как северный человек, кожа белая, и она моментально сгорает. Просто моментально. Просто тюх, и все. А потом сам понимаешь, волдыри, вот эти вот все это. Хоть ты мажься, хоть ты не мажься, ничего это не помогает. Вот. Так что, как говорится, пригодился там, где родился. Но все равно отдыхать хочется. Куда-нибудь съездить там подобное. Вот. У меня мать, например, сейчас... ну, у них там дом свой есть в Псковской области. Вот. Нормально у них там все. Она отдохнула все лето. И всю зиму, например, здесь в снегах нормально себя чувствует. Вот. Как бы ей хватает вот этого периода с апреля по, грубо говоря, сентябрь-октябрь, чтобы набраться сил и пережить здесь вот эту вот нашу суровую зиму. Потом опять лето наступает, и они опять туда, они опять же туда уезжают с отцом. Все. Тоже хотел в этом году куда-то съездить, но по финансам, ребят, не получилось у меня. Грубо говоря, пожалел я, так сказать, денег. А сейчас, когда отпуск уже заканчивается, практически думаю, ну фиг ли я пожалел, надо было ехать отдыхать. Сейчас уже поздно. Осталось мне до выхода на работу 2 недели куда-то ехать. И хотелось бы, но уже все, уже поздняк. Что, на неделю туда только ехать отдыхать? Нет. Уже в следующем году. В следующем году уже, да, все. В следующем году у меня уже и пенсия будет. То есть, как бы, можно уже немножечко расслабиться чуть-чуть. Так, ну что? Здесь, а, ну, пойдем сразимся в поединках. Так, нам нужно Донателло поднять один уровень. Как раз у нас получается, да? 87-й. А по прокачке мы с тобой берем Леонардо Видение. Что-то у меня в животе все урчит, блин. Жрать охота, ё-моё. Так, значит, нам нужно 5 кружек еще найти. Одна. Так, вторая. Третья. Четвертая. И последнюю. Нет, нет, последнюю. Пятая. 5 кружек. Ну что, апаем. До 4-й ступени, друзья мои. Так. Че-планшет этот еще тут надо найти. 1, 2. А сколько надо-то? А, еще 2. Так, это 3-й и это последний, 4-й, да, мы нашли? Ладно, там эти 9 очков-то этих мы найдем, наверное. Хотя я уже сомневаюсь. А, 3D очки тоже, ребята, такая муть. Тоже фиг найдешь их. Они очень редко выпадают. Поэтому как бы ничегошеньки здесь не получится у меня. А мутагена, ой, этого сколько пиццы. А, все, одна попытка осталась. Слушай, ну нормально настругали. Еще 4 очков найти и все. Так, у нас пятница только начинается, да, 8 утра, пятница начинается. Соответственно, по-моему, события, ребята, пока, да, пока недоступно, оно будет доступно через 7 часов. В 5 часов, в 4 часа где-то, да? 4 в 5 часов будет доступно. Ну, я не знаю, если у нас откатики все это произойдет, можно будет, в принципе, и вечерники такой сказать. Видосик тоже запилить. Надо будет мне еще в драконы сходить. Сегодня еще Бравл собирался поиграть. В общем, много чего собирался, не знаю. Если будет жаровня часов в 9, в 12 дня, если начнет печь, я не знаю, ребят, как снимать. Это будет трэш. Духота, жара. В общем, обещать ничего не буду. Посмотрим. Ну, а на сегодня тогда будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.